Владимир Васильевич. Письмо Владимира с фронта матери. 22 февраля 44 года. Привет с фронта. Здравствуй, моя любимая мама. Шлю я тебе свой горячий привет. Желаю тебе всего хорошего, а главное – здоровья. Мама, бумагу твою получил. 10 листиков, за которые сердечно благодарю. Мама, ты волнуешься обо мне, что я долго не писал? Не знаю, почему ты не получил от меня. Я писал, и последнее письмо отослал недавно, по новому адресу и открытку Томе. Мама, несколько слов о себе. Здоровья ничего, живу по-старому. Мама, опиши, как живешь и как Тома. Я сейчас думаю, что у тебя одеть нечего, ведь твоя фуфаечка мне очень пригодилась. Я ее ношу в суровых снегах Заполярья. Она согревает меня. Часто я вспоминаю тебя, как ты последнюю телогреечку мне дала и проводила меня на фронт. Я вспоминаю тот день, когда уходил из дома, как мне было грустно. И знал, что расстаемся опять на долгое время, а может, навсегда. На этом, мама, кончаю писать. Затем до свидания. Крепко целую тебя, Тому и Алика. Твой сын, Владимир. Жду ответ. Письмо друга о гибели Владимира. Ноябрь 44-го. Здравствуй, Александра Тихоновна, и ваша дочь Гала. С приветствием, боевой товарищ вашего сына Павел Титкин. Я получила от вас письмо. Это Мара с Галей, где вы все просите сообщить о подробностях гибели Володи. 23 октября мы получили задачу проникнуть в тыл и держать переправу, где попали под арт-атаку. В это время в 2 метрах разрыв! И попал висок Володи. И навсегда вырвал из нашей среды лучшего товарища, а из вашей семьи сына. Похоронен он на норвежской территории. Похоронен хорошо. Вашу просьбу отомстить за Вову мы поклялись на могиле его. Так что в этом не сомневайтесь. До свидания. С рукопожатием, Павел Титкин. Пишите. Жду. Передавайте привет Тамаре супругам.